Почему я сюда приехал? Потому что в этом городе, несмотря ни на что, кипит жизнь. Мы приехали сюда уже почти в октябре, сегодня 29 сентября. И глядя на то, как развивается Мариуполь, друзья, я могу сказать, что это реально один из лучших городов в Украине. И раз за год здесь столько всего сделали, то мне очень интересно представить, что здесь будет там еще через 5 лет, если город реально будет следовать своим же принципам, этим же темпами и будет развиваться. Мне кажется, это реально может... Мы сейчас перед драмтеатром. Посмотрите, как здесь красиво, ухоженно. Я бы сказал, спокойно. И в целом, в центральной части, вот вы посмотрите, ты чувствуешь себя уютно и комфортно. Саша! Страшно! Но здесь столько перспектив, друзья, что у других городов их нет. И здесь так спокойно. Вот я сейчас иду и отдыхаю прямо в центре. Уже во время монтажа я узнал, что в Мариуполе на самом деле сейчас проводится конкурс и даже уже определены 3 финалиста на полную реконструкцию набережной зоны. И, друзья, я реально прозрел, потому что я только об этом говорил, что вот, когда-нибудь, я верю, такое будет. А тут посмотрите, оказывается, какие проекты сейчас есть. И, вероятнее всего, они будут реализованы в ближайшее время. Но новые регионы, конечно, там уж точно есть чем заниматься. Такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался. Предлагаю начать